сзади нас Барселона, романтика, огуречики, бутербродики, винишко. Жить можно. Шикарно. Молодцы. Hola, nuestros amigos. Мы решили пешком пойти на Пьяца де Испания, взять там билеты на автобус и поехать в монастырь. Шапку взять. Ну ничего, а можно тебя вот эту померить? Вот эту, конечно, вот эту. Блин, берем! Туристы поедем на поезде. Мы долго искали автобус, который туда едет, но потом мы выяснили, что это нихера не автобус, что это экспресс. Еще я хотела рассказать главный закон туриста. Если вы не знаете, куда идти, короче, надо идти просто за толпой. Толпа реально разбирается. Вы ничего не понимаете в жизни. Жизнь в горах – это вам не городская суета. Жизнь в горах – это романтика. Павлик, ты вчера громче всех орал, что поедешь на великах. В чем дело? Почему ты сидишь в кафе? А не крутишь педали. Можно мотоцикл взять. В Барселоне. Не передает тех красок, которых можно увидеть айфон. Передает вообще красиво. Хватит там что-то нажимать. Вот свой так. Ну иди сюда, иди. А стих? Иди. Посмотрю в глаза твои. Врешь? Плохо себя ведешь? Ага. Ладно, не буду дарить тебе подарок, наверное. Нет, пойду я домой. Скажи, я стихотворение расскажу. Скорее, да? Стих рассказывай, деду. Пока. Расскажешь? Рассказывай. Давай стих. Про букву нашу Я. Речку. А? Нашу речку давай. Нашу речку словно в сказке за ночь вымостил мороз. Обнаил коньки, салазки, елку Иисусу принес. Елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром была как чистого, задышала, росла. Чудо сад мне иголки на видах. Огни соскрылись, как по резинке по елке огоньки бегают вниз. Плечи тротовы хлопушки, серебрёшь звезду сосок. Обвисавшись до макушки, самый смелый огонек. Вот. Ой, молодец. Молодец.
Молодец, Тимоша, молодец. Стих выучил. Учи стихи, деда, больше учи. Ты что? Сядь здесь, стой здесь. Больше стихов учи. Вообще, Тимоша хорошо себя ведет. Ну, он мне даже вчера помогал комнату мыть, да? Ты мыл сам вчера. Помыл комнату? Да, сам помыл. Угу. Помогаешь маме? Да. Посуду иди, пожалуй, моет бабе. Тебе молодец, молодец. В следующем году, чтоб каждый день помогал маме и бабушке. Бабушку почему не слушаешь? А ты откуда знаешь, что он не слушает? А вот, птицы мне напели. Все знаю, птицы, да? Синички насвистели мне на уши, что не слушает бабушку. А почему елку не украсил до сих пор? А? Не успел. Почему елка-то не горит? Сейчас накрасим. Скажи, сейчас буду украшать, да? Украсишь? А сейчас буду украшать. Сам украсишь? С папой, с мамой, скажи. С папой, с мамой. Скажи, папа сейчас будешь с магазина помогать? Придет, и все мы сделаем. Да. Ну-ка, иди сюда. Давай клятвенное обещание, что будешь хорошо себя вести весь следующий год. Будешь слушать бабушку, будешь маму слушать и папу. Обещай. Обещаю. Скажи, клянусь. Клянусь. Слушать бабушку. Да. Маму. Маму. И папу. И папу. И помогать им. И помогать. Вот так. Теперь иди сюда. Отвернись. Закрой глаза. Закрыл? Да. Стой так, сейчас будет чудеса. Считай до 10, Тимош. Считай до 10. Два, не быстро, медленно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А теперь назад. Еще раз. Десять. Подожди, ко мне повернись. Восемь, семь, пять, шесть, пять с половинкой, четыре с половинкой, три с половинкой, два с половинкой, один с половинкой, ноль, да. Ноль. Ну-ка, смотри-ка. Так, ну-ка, иди сюда. Чё думаешь, в мешке там что? Кот. Кот? Да. Кот в мешке? Не кот. Иди, а ну-ка, сунь руку. Руку сунь. Руку. Ой, только тихонько. Тимоша! Только тихонько, смотри. Он очень маленький. Нельзя его раздавить. Он очень хрупкий. Если раздавишь, то все, Тимош, сдохнет. Следи за ним. Корми его сам. Обещаешь? Будешь ухаживать за своим другом? Или я приду и заберу у тебя его снова. Почему? Если ты не будешь сам за ним ухаживать, в лужу не наступи его ногой своей. Если ты не будешь за ним сам ухаживать, сам кормить, сам гулять с ним и сам воспитывать, и какашки за ним убирать. Понял? Ты, может, ты сказал спасибо? Он уже приучен. Если ты не будешь за ним ухаживать, я приду его и заберу. Тим, ты сказал спасибо Деду Морозу? Спасибо. Сейчас она прыгать просто будет. Ну-ка, иди сюда, Валюня. И тебе подарок сейчас будет, да? Иди. Пойдем. Все, Дедушка Мороз, ты уходишь? Все, я пойду. Пока, Дед Мороз, спасибо. Пока. Не запомни, Тимофей, не будешь себя плохо вести, заберу у тебя котенка. Пока, дедушка. Пока, бабушка! Обещается всем мошенникам интернет-пространства. Друзья, нехорошо. Ой, нехорошо. Представляете себе с другого человека. Интернет-пространство. Что ты делаешь?
я пришла в музей восковых фигур. Клеопатра. А вот я нашла уголок знаменитых кинематографистов. Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин, мы все его видели, мы знаем. Да, Луи Бюнель. Старая-престарая камера. А, так, а вот и Стивен Спилберг у нас стоит. О, нифига себе. Вы заметили? Рядом со Стивеном. Фигура очень похожа на актера Павла Прилучного. Давайте присмотримся. Блин, реально похож вообще, один в один. Интересно, а Павел есть на Ютубе? Нету! Павел! Павел! Простите, пожалуйста, а можно один вопрос задать? Что? А вы есть на Ютубе? У вас есть свой канал? У меня нет канала на Ютубе. Павел! Павел, стойте! Павел! Надо. Павел, ну можно один вопрос? Что? Скажите, а вы есть на Ютубе? У вас есть свой канал на Ютубе? Нет, меня на Ютубе нет. Павел, спасибо. Павел, постой! Скажи, у тебя есть свой канал на Ютубе? У меня нет канала на Ютубе. Канала на Ютубе у меня нет. Павел! Павел, стойте! Павел, ответьте, пожалуйста, на один вопрос! Павел, я не могу вас догнать! Куда вы? Не можешь догнать? Я не могу. Не догоняй. Это же Павел Прилучный! Павел, я хотела у вас кое-что спросить. Простите, что беспокою. Скажите, Павел, а вы есть... у вас есть свой канал на Ютубе? У меня нет канала на Ютубе. Спасибо, Павел! Yeah.